сестры, братья, с надеждой в сердце, что так близко час, когда раскроет небо нам свои объятия и от всех бед земных избавит нас. Мы говорим друг другу, время близко, и с сожалением смотрим на людей, которые в пороках пали низко, не зная страшной участи своей. Да, время близко, время так серьезно, но не пора ли нам взглянуть, пока совсем не стало поздно, не на чужой, на свой житейский путь. Вот здесь, сейчас, сидя же в этом зале, пусть каждый взвесит искренно себя, пусть сердцем спросит: «Господи, не я ли? Не я ли тот, кто предаю Тебя?» Нет, не за деньги, как продал Иуда, еще дешевле, за пустую ложь, за клевету, что сею я повсюду, хотя из вида на такого не похож. Не я ли тот, кто за обиды готов вредить друзьям из-под тишка? Не я ли стал на гордом пьедестале, своих ошибок не хочу сознать? И в час тревожный, Господи, не я ли, все так беспечно продолжаю спать? О, братья, сестры, Бог сегодня поднимает большое решето в своих руках, и как зерно Он церковь просевает, не поступает ли к сознанию страх, что, занявшись ненужными делами, заботой окунувшись с головой, мы даже не заметили, как сами просеялись ненужной шелухой, а на словах Иисуса ожидаем, мы будем так беспечно продолжать судить других, того не замечая, что нам самим то небо не видать. Да сохранит нас Бог от этой доли, но все зависит только лишь от нас. И если будем жить по Божьей воле, мы средь спасенных встретим славный час. А чтобы добрым семенем остаться, сегодня же отбросьте шелуху. Нам нужно так Христа держаться, чтоб в нужный миг отдать отпор греху. Поэтому почаще на коленях заглядывайте вглубь своей души, чтоб чистым быть от лести, от сомнения, от суеты, от зависти, от лжи. И как хотелось, чтобы все, кто в этом зале сегодня слушают божественную весть, зерном отборным в решете бастались, за все Иисусу воздавая честь, чтоб каждый в день, когда придет Спаситель, услышать мог, как скажет Он, любя: «Ты верный раб, войди в мою обитель, я приготовил место для тебя». Аминь.